Как правило, вторая половина января и начало февраля – это пора сильных снегопадов. Погодная ситуация 16 января подтвердила это. По заданию главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова, все подрядные организации столицы Чувашии были максимально задействованы в расчистке улично-дорожной сети и дворов от сугробов. Для того, чтобы бороться с гололедом, закуплено большое количество песчано-соляной смеси, а также современный реагент «Бионорд». Сейчас основным подрядчиком по уборке магистральных городских дорог является акционерное общество «Дорекс». Для уборки города задействовано более 90 единиц техники и более 100 человек. Каждая единица техники оснащена спутниковой системой ГЛОНАСС, так что на интерактивной карте можно отследить всю ситуацию в режиме онлайн. Ну, вообще все работы проводятся вот согласно подрядчикам нашим акционерным обществом «Дорекс», согласно регламенту, установленному в городе, и согласно ГОСТам. Значит, очистка от снега полностью должна быть в зависимости от категории дороги от 3 до 6 часов. При этом снежный покров рыхлого снега на дорогах города должен во время снегопада не должен превышать 5 сантиметров. Вот, то есть как только больше 5 сантиметров, даже если снегопад не закончился, техника выезжает, естественно, расчищает дорогу, чтобы не допустить дальнейшего увеличения снежного покрова на улицах. В частном секторе по регламенту, опять же, все работы по расчистке дорог должны быть выполнены не позднее 6 часов после окончания снегопада. При этом ширина проезжей части в частном секторе, ширина дороги после снегоуборки не должна быть менее 3,5 метров. За уборку дорог в частном секторе по муниципальному контракту тоже отвечает организация «Дорекс». Общая площадь дорог в частном секторе составляет более 880 тысяч квадратных метров. Здесь работают 2 единицы техники. Так, на текстильщиков работает 1 единица техники. Считаю, южный район. 2 GCB, 1 грейдер на расчистке и Альгешево 2 единицы. Плюс к этому микрорайон Дубки, 1 GCB работает. Чандрова улица, там 2 единицы техники. И Завражная. Заволжье, 3 единицы. Так что уже вскоре жители смогли без проблем добраться до своих домов. Ну, зима сейчас. Как? Нормально все. Нормально. Не лишним здесь, пожалуй, будет напомнить о том, что уборки снега во дворах очень мешают неправильно припаркованные автомобили. Так что автовладельцы должны ставить машины так, чтобы не создавать подобных неудобств для специальной техники или самим браться за лопаты. Как показала практика, городские службы в эти дни готовы к любым капризам погоды. Утром 17 января основные магистрали уже были почищены, и чебоксарцы без проблем смогли добраться на работу и домой. Елена Якулева, Илья Волков. Жизнь в столице.